На опасных участках автодорог Жамбулской области установлено 28 пунктов обогрева. Объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Жамбулской области готовы к отопительному сезону. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Максат Акимбаев. Как отметил спикер, предприятия теплоснабжения, электрические сети и газопровод работают в установленном штатном режиме. Теплоэнергоисточники региона обеспечены запасами топлива. Не топливо для котельных в моногородах выделено 1 миллиард 950 миллионов тенге. Также, по его словам, с начала отопительного сезона в жилом секторе произошел 51 пожар. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для малообеспеченных семей организована адресная противопожарная профилактика. Кроме того, некоторым из них мы помогли отремонтировать электропроводку и печи. Продолжается установка автономных датчиков угарного газа в жилых помещениях. При управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области создана газотехническая инспекция. На автодорогах региона в зимний период представляют опасность 4 перевала и 16 заснеженных участков. На наиболее уязвимых из них установлены 28 пунктов обогрева. Подготовлена снегоуборочная, железнодорожная, уборочная техника высокой проходимости. 36 постов ведут наблюдение за гидрометеорологической обстановкой. Контроль за лавиноопасными участками обеспечивает аварийно-механизированная бригада Жамбылского филиала ГУ «Казсельзащита». На них проведено 11 наземных обследований. На случай чрезвычайного положения в резерв заложено 829 миллионов тенге. Еще 374 миллиона тенге предусмотрены на неотложные затраты, подытожил спикер. Ильдар Гизатуллин, канал Бахтылы, Жамбыл Ньюс.